Знать географию мира или хотя бы родной страны обязан каждый. Но что делать тем, чьи физические возможности ограничены? Специально для слабовидящих школьников Русское географическое общество и Чувашская организация Всероссийского общества слепых запустили проект «Открытая Чувашия». Ориентироваться в пространстве, определять направление и правильно читать карту. Этому учат на уроках географии в школах. Но учителям, кто работает со слабовидящими детьми, такие задачи выполнить труднее. За год реализации проекта «Открытая Чувашия» удалось собрать достаточно материала, чтобы перевести карту республики на понятный для слепых язык. Мы не просто издали учебное пособие способом Луи Брайля. Мы не просто создали диски аудиоуроков. Это, кстати, тоже впервые в России. Первый регион, Чувашская республика, предложил вот такой методический материал для проведения уроков по курсу «География родного края». Но мы еще и предложили уникальный продукт, картографическое приложение, состоящее из 8 карт и посвященное отдельным темам природы, населения, хозяйства Чувашской республики. Все карты в приложении под названием «География Чувашской республики» рельефные и тактильно читаемые. Таким образом, информацию школьники воспринимают не только на слух, но и на ощупь. Могут почувствовать ландшафт, посчитать количество рек, проследить за миграцией населения. Проект «Открытая Чувашия» выиграл грант в конкурсе по туризму Российского географического общества, став единственным победителем из республики. В нем приняли участие преподаватели историко-географического факультета ЧГУ, учителя географии, в том числе школы-интерната для слабовидящих детей и члены сообщества слепых в Чувашии. Коллективная работа дала свои плоды, и в этом учебном году уроки географии для слабовидящих детей стали интереснее и занимательнее. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.